Остров Русский готовят к отопительному сезону. На этой островной территории теплом жители обеспечивают сразу несколько небольших котельных. Сейчас на каждой из них ведется проверка оборудования и закупка топлива. 18 котельных у нас в эксплуатации на острове Русском. Создается топливный необходимый запас для прохождения отопительного сезона. Очень большое значение имеет логистика, качество дорог, которые сейчас улучшаются по острову Русскому, улучшается логистика поставки топлива. То есть можно сказать, что мы готовимся просто на острове Русском так же, как и на другом, в любом районе города Владивостока. То есть это тоже здесь, скажем так, наши граждане, наша территория, наши ответственности. Вот, и совместно с ресурсоснабжающими организациями также мы контролируем проведение работ, контролируем планы поставки топлива. К зиме готовится и комплекс мини-ТЭЦ «Центрально», предназначенный для обеспечения теплом кампуса ДУФУ, театрально-музейного комплекса и медицинского центра. Является резервом электрической мощности на острове Русском. То есть в случае отключения от централизованной системы способна полностью поддержать нагрузку электроснабжения острова Русским. Сами видели, какое там оборудование, высокотехнологичное достаточно. И высококвалифицированный персонал ведет работы по подготовке к УЗП. И проверке, собственно говоря, электрических мощностей. И также проводят работы по замене магистральной тепловой сети. Также в районе ДУФУ в настоящее время меняют 500 метров теплосети. Чтобы не оставлять кампус без тепла, построена резервная временная сеть. Завершить ремонт планируют к сентябрю. А ОДВУК ведет обязательную ежегодную подготовку своих объектов к отопительному периоду. Подготовки осуществляются как генерирующее оборудование на электростанциях, так и на тепловых сетях. Сейчас мы находимся на площадке реконструкции магистральной тепловой сети, которая осуществляется увеличение ее диаметра, а также ликвидация тех повреждений, которые были выявлены в ходе отопительной кампании и в ходе гидравлических испытаний. Отметим, что в этом году в Владивостоке кампания по ремонту тепловых сетей ведется действительно масштабная. Бюджет на эти цели составил свыше 4 миллиардов рублей. Анна Дьякова, новости на Восьмом.